знаете, я очень неровно дышу. Сейчас поймете, почему ниже, я хочу привести одну идею. А сейчас пока так. Значит, примерно несколько месяцев, даже может быть 1,5-2 года, как везде, всюду, куда я не заглядываю, ну, везде реклама. И вот эта книга была самая раскрученная. Везде купите, 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 руководство по обрезке, да. Ну, я набрал Мария Визерская, ну, что там, не понять. Выпустился в Тимирязевке, флорист. Никаких данных, что она садовод, и чего-то выросло нету. Но дело в том, что вот это все, вы только не обижайтесь на мои слова, флористы и прочее. Это любой дурак вот это может написать, эту книгу. Почему еще дурак? Если бы просто написал, зачем делать обрезка с одной книги, план обрезки с другой, там обрезка старых, молодых, что там хитрого-то, тоже легко делается. Ну, по крайней мере, это да, ничего самое не надо выдумывать. Вот, тем более, закончила этот, мою любимую Тимирязевку, да? Вот. Но почему я сказал любой дурак? Вот есть дураки, а есть люди, которые, она не дура, нет. Она просто не ведает, что творит. Обрезка плодовых деревьев осенью. Представляете? Обрезка плодовых деревьев зимою. И вот за эти вот, что люди, она дала право резать осенью зимою, вот. И такие, ну, как вот сделать это, чтобы они не могли вот эти книги продавать. Я пока этого не знаю. Ну, понятно, пока наши не придут. Вот. Но сейчас вы поймете, какое у меня предложение будет. Сейчас поймете. Я еще покажу такие чудеса. Вот смотрите, человек решил, он посадил дерево на верную смерть. Уже вот это вот. Здесь весной будет стоять вода. Если почва промерзнет хоть немного, сверху снег он растает, будет стоять лужа, ночью будет замерзать, днем будет оттаивать, и короткий век обеспечен. Я посмотрел, что тут на тот момент у него 11 тысяч подписчиков у этого человека, а у меня 13. У него даже меньше. Как она набрала треть миллиона просмотров, уже, наверное, будет 500 000. Вот как? Почему у меня никогда так не бывает? Вот я всегда удивляюсь. И вот. Увидел за границей, как иностранцы украшают сад. Решил повторить. И вот это вот он повторяет. Сейчас будет опять смеяться, смешку слезы. Начинается бетонная работа. Внимание, ребята. Вот сюда шла. Настоящий бетонный. А что интересно? У тех, которые это делают. А знаете для чего? Вот эти треть миллиона просмотров, а сейчас, скорее всего, уже 500 000. Так, скорее всего. И прошло еще 2 года с тех пор. Смотрите внимательно. Вот, очень внимательно смотрите. Ему плевать, что он угробит это дерево. Ему нужен был повод. Сейчас. Ну-ка. Не попало, ничего, мы не спешим. Вот, нет, вот так надо было. Поближе, еще ближе. Вот так, вот так, вот так, вот так. Дерево уже. Сколько ему жить осталось? Я же не слепой, я вижу, что кора изуродована. Что дерево, если его тут посадили в углубление, оно уже заканчивает свою жизнь. И вот человек, у которого дерево заканчивает свою жизнь, внимание, внимание, делает бетонную палку. И вот это, а вдруг кто-то возьмет, тоже будет садить яму и опалубку делать. Думаешь, что теперь после этого, а он еще на чем-то стоит, непонятно. Вот я так не могу понять, что тут все насыпано. И вот это издевательство на дерево. Подчеркиваю, ребят, умерщвление дерева. Я с улыбкой. Подумаешь, оно уже мертво, что я уже. Вот, почти мертво. И он еще сокращает его век. И для чего это надо? Ну, треть миллиона, это же потенциальные. Ну, правильно, это потенциальные покупатели, типа купи-продай. Купи у меня то, купи то. Я не думаю, чтобы покупали цемент. Вряд ли это речь про цемент, но при умирающие деревья есть чем накормить.
И тогда, когда уже вот это я не выдержал, ну уже такой, это, знаете, никакие ворота, это никуда не влазит, это вообще за пределами разума. Это, казалось бы, невозможно бетонировать приствольный круг. Ладно, там делают болельщики, чтобы быстрее умерло. Вот. Но бетонировать. И тогда я не выдержал. Я написал так. А сейчас конкретно будет. Нужен Нюрнбергский процесс, в кавычках, гражданская казнь и позор учителям. Как это сделать? Смотрите. Итак, таких учителей несколько сотен или тысяч. Выбирается, я могу подсказать, вот тут я настучу. Я когда-то стучал медведя, он был этим, когда президентом. Но обратите внимание, что не про это? Нельзя же это терпеть-то. Был такой момент, был, помните? Я же, знаете, когда не выдержал. Сейчас скажу. Это у нас обычный разговор, что особенного. Вот. Когда красавская ученая, якобы, не якобы, а так было написано, под Красноярском начали умирать деревья, какие я не запомнил вид, но запомнил, что их якобы уничтожает опята. Ну, то есть по дереву полезли грибы и начали их жрать. Вот. И ученые взялись, красноярские, заметьте, земляки мои, да, вот, делать не просто их, чтобы вывести, нужно генетическое лекарство. Это уже не лекарство, это яд, генетическое нечто, которое убьет грибы. А я подумал, все грибы на всей планете между собой соединены, об этом знают все. Начинаем вот тут уничтожать опята, а потом оказывается вся тайга без грибов. Раз, и погибли все грибы. И через год, два, три погибли все. А еще, ну сколько людей продержатся? Ну несколько лет, а потом все умрут с голоду. А ведь так было написано, мы будем искать. А вдруг найдут? А грибы оставить в покое? А почему? Потому что, на мой взгляд, меняется климат. А каждое дерево, каждый вид, каждое урочище, оно создавалось под конкретный климат. Вот. Были дожди, стало сухо, заболели деревья. Было сухо, стало дожди, пошли сильно много. Опять заболели деревья. Вот. Природа устроила так, ударила, вот они больные, больные, больные. У природы ударила молния, все, выжгла на сотни тысяч гектаров. И появляются какие растения, которым климат вот этот наоборот подошел. А вместо этого давайте уничтожать грибы. Страшное, что натворить могут. Вот. Я тогда придумал, знаете что? Спецназ, специальное постановление суда. Для меня они, вот эти люди, да? Вот эти, вот эти, вот эти. Сейчас покажу, вот эти вот. Вот. Вот это вот. Изирская, пусть покажет, где она обрезала. Вот не просто, что она надергала с интернета, пусть покажет. Вот. Вот это дерево пусть нам покажут. Прошли годы. Где это дерево-то? По моим расчетам, оно мертво. Вот, понимаете? Вот это дерево. Тоже время прошло. Нет, это год всего прошел. А давайте посмотрим, а что с ним сейчас сделалось? А до этого я вам показывал десятки снимков, помните? Их нетрудно найти. Итак, восстановить авторов. Они тут же светятся на телеканалах. Так же светятся. И что? Организуется комиссия, чтобы их пустили. Требуется. Вот. Сейчас, я тут, кажется, проехал. Требуется постановление суда, а то просто пошлют комиссию, да? Спецназ, а вдруг придется дверь выламывать, а все равно не пустят. Подходит комиссия, спецназ, боясь сзади, без автоматов, но вот с такими мышцами. Вот. И говорят вот этой вот даме, вот той, или той, или той. Вот, специалистам. Так, покажите дерево, которое показали по телевидению. Вот, мы его садили посреди лета, с листьями. Считают, что это не дерево, а урод. Вот. Да еще не обрезанный. Да еще. Вот. Покажите, вот прошло 2 года, покажите нам его. Покажите деревья, которые долго, упорно садили и показывали на всю страну, на территории ВДНХ, покажите нам их. Вот. Ну, а спецназ у всех случаев. Не пустят и все. А вот постановление суда. Почему? Потому что вред от них такой, что он оборачивается потерями миллионов деревьев. А это не шутки. При Сталине тут вопросов бы не было. Вот. А здесь, конечно, никому ничего пока не надо.
Поэтому это все я для чего говорю. Вот. Как-то их урезонить. Но они не боятся, что завтрашний цель станет, они еще научат.